Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 21 и 22 апреля в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ночью прохладнее, 9 выше 0. Ветер переменный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов.